Друзья, всем привет! Вот и настал один из самых замечательных дней в моей жизни. За эти 10 лет последние я наконец-то распознал, в чем у меня основная проблема со здоровьем. Эта проблема очень скрытая, и связана она с грибками. А именно с грибком кандидой, кандида албиканс. Очень разные симптомы могут быть. У меня это была хроническая слабость, субфебральная температура 37 градусов постоянно последние 10 лет. При этом врачи у нас в России о такой проблеме пока еще практически не знают. Я пытался вчера найти книжку по этой теме, русскоязычную, и не нашел. Но если посмотреть на Амазоне, поискать там по ключевым словам кандида, то там будет достаточно много книг. Вот. И вчера я купил книгу, которая называется «Кандида Кьюр». Автор Ан Борич. Ниже под видео я напишу название, ссылочку предоставлю. Вот. И вчера я ее пролистал, и книга эта предлагает программу 90-дневную, рассчитана программа на 3 месяца, довольно-таки приличный срок. Ну, как бы грибок, да, он довольно-таки долго лечится, от 2 месяцев, от 3, возможно, даже до полугода. Вот. Для лечения в основном нужно соблюдать диету. И сегодня, 1 ноября 2016 года, я сегодня первый день на этой диете. Самое главное, что нужно в диете не кушать, это сладкие продукты, сахаросодержащие продукты, мучное, рафинированный сахар и сахар сладкий даже во фруктах, то есть фрукты нельзя. Вот, ну посмотрим, как это пойдет, как этот процесс пойдет. Пока я чувствую себя хорошо, по мере движения я что-нибудь буду публиковать и рассказывать вам. Ну что же, всего доброго, до встречи, пока!